Световой день стал длиннее, солнце ярче. Медленно, но верно зима сдает свои позиции. Подрастающим снегом проглядывают подснежники и куча мусора. Проведение экологического месячника обсудили на еженедельном совещании у главы Чувашской республики. Вывоз мусора с городских и сельских территорий. Помывка рекламных баннеров и фасадов зданий. Фронт работ уже определен. Экологические месячники по очистке благоустройства и озеленению территории у нас проводятся ежегодно в апреле-мае месяце во всех муниципальных районах и городских округах Чувашской республики. Но у нас одной из самых массовых в этот период является ежегодная общероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности», которая проходит с 15 апреля по 5 июня. В рамках республиканской программы «Посади дерево» планируется посадка защитных лесных ограждений на склонах оврагов, озеленение городских и сельских дворов, а также закладка новых парков и садов на территории республики. Руководители муниципалитетов уже подготовили планы экологических мероприятий. Планируем организовать и провести 7, 14, 21 и 28 апреля на подведомственных территориях санитарный четверг с максимальным привлечением всех слоев населения, учащихся, студентов учебных заведений, коллективов, предприятий, учреждений, организаций, всех форм собственности. Особое внимание уделить благоустройству подъездов и подходов к православным храмам, церквям, часовням, другим местам массового пребывания людей во время праздника Светлое Христово Воскресенье, Пасха. Глава республики поручил уделить особое внимание благоустройству мемориальных объектов, памятников, захоронений героев войны и общественных деятелей. Все это необходимо сделать до Дня Победы. Работы много, но сообща мы должны все успеть. В экологических субботниках примут участие представители всех органов власти, служащие, работники предприятий, студенты и школьники. Дарина Игнатьева, Татьяна Молокова, Андрей Шоколев, Республика.